Сенгилей считается экологической столицей Ульяновской области, где создан национальный парк «Сенгилеевские горы». На уникальную флору и фауну краснокнижных птиц и животных едут посмотреть со всей России и зарубежья. Однако местные жители как будто до сих пор продолжают жить в параллельной реальности и о хорошей экологии могут только мечтать. Все это время райцентр и другие села постепенно утопают в отходах. В лесах растут горы крупногабаритного мусора, на местах элементарно не хватает контейнерных площадок. Да и частота вывоза отходов региональным операторам «Контракт Плюс» оставляет желать лучшего. Вот начали вывозить 2 раза в неделю. Сейчас хотя бы вот этих свалок нет. Но все-таки есть проблема с большим мусором. Вывозить некуда, люди везде кидают, в лесах, в полях. Просто вот эту проблему надо как-то решать. Ситуация до недавнего времени оставалась плачевной, пока не вмешался глава региона. В исполнение распоряжения губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова Сенгилеевский район приступил к изготовлению и установке контейнерных площадок. За последний месяц изготовлено порядка 20 штук контейнеров согласно всех нормативных требований. Это твердое основание, ограждение, ну и подъезд, подъездные пути непосредственно к самой контейнерной площадке. Данная работа будет продолжаться в течение еще 1 месяца. На оборудование 21 площадки из казны муниципалитета было выделено 342 тысячи рублей. Сейчас в Сенгилее полностью благоустроено только 30 площадок, в то время как общая потребность 54. Глава района отметил, работа в этом направлении будет продолжена на следующий год, поскольку сейчас нужно в первую очередь исполнить предписание прокуратуры Сенгилеевского района по благоустройству уже имеющихся площадок. Работу продолжат и с местными жителями в профилактических целях по теме правильного обращения с разными видами мусора и недопустимости его складирования в лесной местности. Такое обязательство взяло на себя профильное областное министерство. В этой работе принимают участие инспектора государственного экологического надзора, общественные инспектора. У нас более 20 общественных помощников сейчас действуют на территории региона, которые еженедельно нас информируют о фиксации таких случаев. В этом же принимает участие служба лесной охраны, которая также очень быстро принимает меры и реагирует на каждый факт с организацией микросвалок либо на сопредельной территории с государственным лесным фондом, либо на каких-то определенных лесных участках. На сегодняшний день более 20 несанкционированных свалок, которые были вновь выявлены, уже ликвидированы на территории Ульяновской области. И вот эта работа, она будет на постоянном контроле. В 2020 году новые контейнерные площадки также должны появиться в поселке Цемзавод, селах Кротково, Врастайкино, Елаур и другие. Наталья Чумаченко, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.